Еще одно дерево повалилось. Халявные дрова. Приезжай, допили. Так, по-моему, мне надо съезжать уже. Нафиг они гравий по гравию положили. В чем прикол? Делали бы тогда велодорожку, что ли. О, поставили бумажку с тем, что это выдали. В смысле этого. Ну, конечно, дорогу раздолбать раздолбали, а чтобы ее сделать, религия запретила. Зато нехило, наверное, бабла тут отмыли. Раскручив дорогу. Какие-то идиота пужита. Судита мерда. Бака-бака. Куса-куса. Биомусор, короче. Я вот по таким буеракам хоть 10 магнитиков будет чувствоваться тремор. Уф, глянуть, что бы сколько время. Да ну не так мало. Должно сказать, быстро доехала. Ну кто хоть в WhatsApp, блин, пишет, знаешь, что я выдры свалила. Ладно, Ека, может, не знает. Я не помню, говорила я или нет. Тут петь песенку, что ли. Полуголос. По кривой куриной дороге. Хрена себе, это слива было, и сколько навалилось сливы. Жалко, что она на землю навалилась. Знала бы, просто раз бы ее обцапала. Через лесы горы напрямик. На машине ехали уроды. Ехали живого хоронить. За рулем сидел у них без руки, а без ноги жал на тормоза. Ёлка, что таки жива. А слепой указывал дорогу, а дурак бибикал без конца. И вот живут люди в саду без света, без газа. Им еще и дорогу в навесок раздолбали. Вдруг из леса выбежала банда. Грузовик пришлось остановить. Учитывая шум и мой тихий голос, удивлюсь, если что-то запишется. И не мой духом что-то харкнул. Срач-то какую строили. А без руки поднял дробовик. Тут раздались. Гринписовость на меня во сне, сволочи. Что с деревьями сделали. Выстрелы слепого. Сразу 5 бандитов наповал. Люди в кости высох. Половина банды разбежалась, но без ноги тут же их догнал. Одного бандита не приметил, спрятаться в болоте тот решил. Но слепой давно его заметил.
А, без руки-то уже уложил. Блин. Я доехала сюда на стакане калины с медом. Вообще, даже бананы не пригодились. Обалдеть. Так, тут они еще хуже раскатали. Были, конечно, неровности, когда грязюка. Но сейчас прямо от Израиль. Лысый дядя Куко. Деньги выделены на эту дорогу. Ты куда дел? По кривую куриной дороге через лесы бурен прямик. На машине ехали уроды, ехали живого хоронить. За рулем сидел у них без руки, а без ноги жал на тормоза. Надеюсь, ты тут не сочтёт это кавер-версия, хрен знает чего. Может, свою какую-нибудь песенку придумать, чтобы спевать, когда по укуренной дороге едешь. Хотя у меня есть песенка. Когда одни уроды меня решили затупить, а потом говорили, что нет, это оно само. Тихо-тихо по ступенькам, и слегка звенят цепями, поднимается в квартиру под названием, номер мы не скажем. Очень милое создание, что людьми зовется смертью, хочет милое создание. Вас немножко покарать, или их немножко покарать, хрен знает. Так как я докидала Никитосу в телегу, то оно, наверное, где-то должно остаться в архивах. И с учетом того, что там были и буераки, мне пришлось вести велик волоком несколько метров. И меня отвлекла по пути тетя Люся своим звонком. Да я, по сути, быстрее доехала, чем обычно, не считая того, что ветер в речку. Хотя тут дорогу так раздолбали, что раньше тут минут за 5 доезжаешь, а теперь минут за 15. Все для народа, блин. Интересно, почему люди, которые отмывают бабло и делают все, чтобы их пенсия на 75% стала частью зарплаты. От той самой работы не идут туда сами. Остаются диванными вояками. Никуда не идут. Кроме как распила бюджета. Сальмелей на них нету. Так, сейчас надо будет отрубить камеру. Боже, трехполосное движение, блин, устроить. Можно будет, если это записалось, потом посчитать, сколько раз я зевнула, пока ехала. Блин, грязюка. В итоге пришлось остановиться. Ну да.
Где тут оно? Ты все пишешься, да? Ты кусочками, что ли, пишешься?